Казани на площадке Международного выставочного центра «Казань-Экспо» подвели итоги национального чемпионата WorldSkills. В этом году участниками финальных состязаний стали 1600 участников со всех регионов России. В сборную Ульяновской области вошли 11 человек, представившие 11 компетенций. Для сравнения, в прошлом году ульяновцы представляли 6 компетенций. Участники показали хорошие результаты. Победителем в компетенции ремонта и обслуживания легковых автомобилей среди юниоров стал 9-классник из 31-й школы Владимир Брызгалов. Перед этим школьник показал отличный результат на региональном этапе. По словам Владимира, в финальное задание входило разбор и сбор двигателя, коробки передач и устранение ошибки в электрике. Серебряную медаль принес студент Павел Карабицын в компетенции окраска автомобилей. Памятными медалями награждены ребята в следующих компетенциях: медицинский и социальный уход, поварское дело, обслуживание авиационной техники, облицовка плиткой и лабораторный анализ. В рейтинге регионов России Ульяновская область заняла 17 место. Впервые в региональной сборной была представлена категория 50+. Это преподаватели и мастера производственного обучения. Второе место в номинации заняла Надежда Ершова, преподаватель специальности «Кондитерское дело» из Индинского техникума. Победители и призеры финала будут рекомендованы в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia и получат шанс выступить на чемпионате мира в Шанхае в 2021 году. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.